2018 году текущие строительные проекты Азербайджана будут завершены и введены в эксплуатацию, заявил на церемонии открытия нового административного здания «Сокар Турки Энерджи» президент госнефтекомпании Азербайджана «Сокар» Ровнак Абдуллаев. По его словам, инвестиции компании в Турции с каждым годом растут. Сегодня очень важный день для Сокар Турки. Расширение бизнеса в братской Турции продиктовало необходимость более гибкого управления. Теперь различные проекты Сокар в Турции будут управляться из единого центра. Мы начали свою деятельность в Турции с региональных проектов. Затем мы подписали проекты, имеющие важное значение для глобальной энергетической безопасности. После завершения всех реализуемых компанией проектов общий объем инвестиций в Турцию достигнет 19,5 миллиардов долларов. Ровнак Абдуллаев также заявил, что все проекты в Турции имеют особое значение для компании, и она продолжит принимать целенаправленные меры на служение экономикам Азербайджана и Турции. В последнем квартале этого года состоится открытие МПЗ «Стар», контейнерного порта «Петлим» и ветряной электростанции «Петким». Все эти проекты являются важными факторами для будущего двух стран, создания новых рабочих мест и развития. Порядка 420 человек здесь будет осуществлять свою деятельность, скоординированную деятельность, как я вам сказал, своя речь тоже. Это нам поможет и лучше координировать работу, и быстро принимать решения. В то же время это самое технически оснащенное здание Стамбула на сегодняшний день. В новом здании будет создана возможность единого управления инвестициями из Азербайджана, что в свою очередь будет способствовать более быстрому и эффективному принятию решений и удобной коммуникации. Эльнар Мамедова, Аслиназарова, Вафа Шахлай, CBC, Стамбул.